Всем привет и добро пожаловать в очередной летсплей от меня. И на этот раз игра будет Don't Look Now. Я не знаю, что это за игра, но уже по начальной заставке было видно, что сделана она на движке Unreal, что очень-очень круто. Это, конечно, куда круче, чем Unity. Давайте попробуем, я еще не смотрел о ней ничего. Вау! Вот это мне нравится, быстренько. Так, записюньки. Тихо, вы меня уже пугать, что ли, начинаете? Вау, листик. Ясненько, так, это под нами осколки, типа. Так, можно прыгать, приседать нельзя. Или можно? С? Нет, только прыгать. Ну, прыгать это хорошо. Так, что у нас тут написано? Надо приглядеться. Ай, ой-ой-ой, where we... Так, ERFETQW12. Ой, я нечаянно в консоль зашел. Нет, спасибо. Годмод мне не нужен. Так, ну я так понял, в 9-й комнате... Ну потише, ребята, игра вроде бы не такая большая, 100 с чем-то там мегабайт, но блин, уже начинает хорошенько пугать. Ладненько, пойдем наверх, потому что мне кажется, что тут листики, что мне кажется, что тут мы ничего не словим. Вау, что это за эффекты? Аккуратненько. Так, что там? Ой, тихо. Так, мне почти не страшно. Я уже давненько не играл в хорроры, Я давненько не играл в хорроры, как вы помните, и поэтому у меня сейчас боязилка увеличилась. Ой, это что, это косяк, что ли? Или что, или это дверь? Ну-ка, один пробел. Может, уж не интер? Нет, не интер. Что это за нижняя снизу справа штука? Это мое здоровье? Блин, дерево. Ну-ка, дерево. А что с тенью дерева? Какая-то странная. Да откуда звуки, блин, вы издеваетесь, что ли? Зачем такие звуки? Ни о чем. Что? Ой, шторка открылась. Тени, шеве... Тени как-то поздно среагируют. Долбанные замыливания. Замыливания, спереди вижу только мыло. Ой. Ой, ё... Там кто-то! Там кто-то! Там дядя! Чувак! Блядь! Ты чё? Нет! Твою мать! Don't look now, не буду смотреть, отпусти меня, пожалуйста, нет! Нет! Да скинь ты нахер! Прыгать за угол, бежим. Ну. Сзади? Его уже нет там. И чё? Это был баг, и по идее... Я только в прыжке могу шевелиться. Ладно, я так понял, я должен умереть. Game over. Да, я так понял... Вау, ретрай? Отсюда же? Фуф, ну это, кстати, очень даже хорошо. Но я так и понял, что с учетом, что игра называется Don't Look Now, кошки хватит, мне нельзя шуметь. Ты, блин. Я уже от страха мелю хрень. Нельзя смотреть на монстра. Так, идем. Идем, смело идем. Ой, он снова тут. Пробегаем и смотрим. Ай, иди в жопу. Кто там? Ай, еще один. Не смотрим. А, ну тогда даже не страшно становится. Верка. Почему она не открывается? И что делать, если она не открывается? Так, деревце. Ой. А, это правильно, я должен дерево касаться был. Странная тень. Так, не смотрим на дядю, дыши дальше. Ну, дверь. Что у меня, рассудок портится? Ой. Тихо, не... Ой, открылась! Я не смотрю на тебя. Да твою мать, снова что ли? Ну как так можно? Красивые эффекты. Ретрай. Я жил, не знаю где... да, все, я вспомнил, где я жил. Так, идем, не смотрим сюда. Да тихо, я не смотрю. Давай жопой к нему идем. Да иди ты нахер! Как тебя пройти-то хоть?
А, нет, я на тебя не смотрю, я на тебя не смотрю. Не дать ему смотреть на меня. Может быть, на Unreal очень сложно делать хорроры. Хотя мне очень нравится, однако. Ай! Куда я погас? А, это следующий уровень. Ну, зашибись. Или что, или нет? Нет. Да что ж такое? Какая-то странная игра. Очень странная. Но у меня, к счастью, осталась еще игра. Осталась игра SCP-087-B, которую я очень хочу пройти. И что, это все? Ребят, ну это не конец игры, что ли? Нет, я не понимаю, в чем логика этой игры. Жаль, очень жаль, игра была очень красивой. Ладненько, давайте до встречи в SCP-087. SCP-087, я, кстати, забыл посмотреть, что это за лабиринт, смерть. Что нас ждет дальше? Пошли вперед. Да. Ай! Чё? А, вниз? Кошки, не пугайте меня раньше времени. Два. Что такое два? Этаж? Ладно, идем направо. Мы правильные, ребята. Темно и страшно. Идем вперед по лесенке. Три. А, ну значит, все хорошо, я правильно иду. Игра весит всего 2 мегабайта, но она... Да, кошка. И мне почему-то уже страшно. Бляха, это я типа... Чувак с рацией. Это что за... Какой-то странный этаж. Тихо, кошки, не отвлекайте меня. Ой, откуда я кирпич сделал? Так, ой, мои глаза. Мне что-то стрёмно, я хочу потише сделать. Нет, не... Может я... Нет, я все подумаю, что я сыкло, и у меня нет яиц. Нет, на самом деле все есть, я сам проверял сегодня. Так, идем. 10-й этаж. 10-й. Говорили, кто... Мне кто-то заикался, что на 10-м есть страхи. Да кто дышит-то? Не дышите. 11-й. Хорошо, что здесь нет такой кучи разветвлений. Можно идти себе. Нет, я не хочу оборачиваться. Мне кто-то где-то подсказывал, что оборачиваться тут нехороший вариант. 13. Я смотрел просто SCP-087, играл лестница, где еще руки были. Но я, честно говоря, просмотрел Джесса впервые, чем сам сыграл. Поэтому мне было уже не страшно. 14. А, блядь! И какого хера-то? Свинота! Между прочим, я этот звук у себя в низи использовал один раз. Ты, блядь, кто? 15-й вроде бы. Тихо. Можно я чуть-чуть передвинусь? Бляха. Вот смотрите и угораете, а я тут ради вас страдаю. Тихо. Никакой этаж. Давай. Ну, жопа аварная thousand тон напряга. Ну, 17. Давай. Ну же. Давай, не боюсь тебя. 18. Никого. Еще. Ну-ка. Ну, 19. Ой, куда это я вышел? Тут еще два. Нет, я направо. Как шел направо, так и пойду направо. Я не хочу конкурировать, сворачивать в другое место. Ой, тоннель вниз. Ладно. Да, на этом игра вылетает. Ладненько, я сыграл только один раз. И извините, да, я сыкло, мне достаточно этого. 2 мегабайта усрачки, честно. Я не знал, что такие маленькие игры могут быть настолько сильно пугающими. Фуф,
Этот выпуск, сказал, конечно, выйдет, вышел совсем небольшой, но уж извините, у меня очень-очень много дел к концу года, у меня идет диплом и разная-разная херня. Но вы все равно мне предлагаете игры, я с удовольствием посмотрю в них, если они стоящие, то я обязательно в них сыграю. Это чаще всего, конечно же, хоро, чтобы был это именно инди-хоррор, а потому что у вас здоровые игры типа Outlast. Нет, не надо, я не буду играть в Outlast, пожалуйста, и во второй Амнезии тоже. Только если очень позже, когда уже совсем пройдет вся эта тема. Вот, было очень весело, страшно, я очень сильно испугался, один скример был, да. Все, всем спасибо, до свидания, люблю вас.